Не двигаться! Руки вверх! Вы арестованы за убийство Хью Кросби. Вчера была арестована Шэрон Элизабет Солларс, одна из наиболее разыскиваемых полицией и ФБР преступников. Прошло 30 лет с тех пор, как печально известное ограбление унесло жизнь. Ты опоздал. Кто, кроме меня, придет в такую рань? Кто твой лучший репортер? ФБР сообщила подозреваемых. Николас Слоун остается на свободе. У тебя еще есть знакомый в ФБР? Теоретически, она не захочет больше со мной разговаривать. У тебя все, чтобы нарыть что-то, иначе лишишься работы. Что с тобой? Странно выглядишь. Я в порядке, мила. Можно посмотреть дело ради старых времен? Думаешь, если мы обнимались в колледже, я открою доступ к прослушке ФБР? Прослушке? С Джимом Грантом, говори. Нет. Кто такой Грант? Он адвокат, парень. Он ответственный отец-одиночка. Помогает обществу. Но в общем писать не о чем. Господин Грант, я пытаюсь разобраться. У меня нет времени на эту ересь. Я покопался в его истории. Ничего, будто бы его не существовало до 79-го. Мы все умерли, но некоторые вернулись. В школу не пойдем. Так, в небольшое путешествие. Он знает, как убегать, у него преимущество. Вижу его, он на лестнице, не с места. Полиция! Правительство расстреляло ребят нашего возраста. Мы ошибались, но были правы. Мы поймаем этих людей, и, надеюсь, ты нам не помешаешь. Что будете делать? Работу. У меня было ФБР. Они злятся, потому что я влез в их дело. Вы принесете много вреда многим людям. Не представляете, сколько. Я не хочу в это вмешиваться. Ты убил того человека. Конечно, нет. Его действия логичны, и если допустить, что он виновен... Попался. Зеленый свет. Мне кажется, он не убегает. Он обеляет себя. Грязные игры. Секреты опасны, Бен. Все хотят их знать, но когда имеешь свой, узнаешь что-то я о себе. Надеюсь, ты к этому готов.